Произведения Бетховена, Шумана и Шопена прозвучат на берлинской сцене в исполнении молодой азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Нармина Джафли. Концерт, который состоится 12 сентября, станет первым выступлением музыканта после достаточно длительного перерыва. Это мой третий сольный концерт в Берлине. Предыдущие два были очень удачные, и они меня еще раз предложили. Этот концерт для меня очень важный, потому что это мой первый сольный концерт после довольно долгой паузы из-за пандемии. Нармина Джафли играет на фортепиано с 4 лет, а с 7 выступает на больших сценах многих стран мира. Сейчас она совершенствует свои навыки в высшей музыкальной школе Ганновера. Конечно, большая ответственность каждый раз выходить на сцену и достойно представлять свою страну. Чувства просто непередаваемые. Я очень надеюсь, что мы все скоро вернемся в нормальную жизнь, потому что нам всем нужна музыка, нам всем нужно искусство. В 10 лет Нармина Джафли удостоилась президентской стипендии, а в 20 – президентской премии. Эсмира Алиева, CBC.